это прикольно, но вот вагон, в котором я сижу, без водителя. То есть поезда, курсирующие по аэропорту Гонконга, они не имеют водителей. Это вообще весело. Сейчас посмотрю, как я буду ехать. В принципе, я до этого ездил, но все равно. Сейчас я уже точно видел, что управляющего никакого нету. Оп, поехали. На полном автомате. Впереди пустой вагон, и первый вагон тоже пустой, вот первый, где должен быть водитель. А, он сзади. Все.